Странная тема. Получается, опять нажму. А у меня все равно лагает! Блять, что? Что за хуйня? Мне кто-то может помочь? В чем проблема? Ну кто-то может помочь, алло? Да бля, ну нихуя не слышно, я реально я не знаю, что такое, блять. Да не, я к тому, что я просто не шарю. Я нажимаю на игру, у меня начинает на стриме все тормозить, блять, 5 FPS. Я тоже не шарю. Может быть в игре дело? Школьницы. Я нажимаю на игру, у меня на стриме начинает все тормозить. 5 FPS, блять. Пишет, кодировщик перегружен. А я сейчас запустил, чтобы ты понимал, десит, у меня видюха нагрелась. Она шумит. И кодировщик перегружен, пишет тоже. Ну это, походу, игра умерла, блядь. Ну это игра просто говно. Графику понизить надо, графику. Да у меня и так там, блять, на низке стоит она. Реально? Бля, вот мне вот просто вот ради интереса, я сейчас зайду в Fall Guys. Ради интереса просто проверить. Это DC так или, блять, у меня. Ну, или у меня реально проблема какие-то с компом. Я не тормозил никакие игры. У меня, блядь, вообще с восприятием реальности проблема. Просто да, ради. Помоги. Я сейчас зайду в Fall Guys проверю. Ой, бля, охуенно. А, вот. Блять, просто впервые такая хуйня. У меня вот с City Car Driving'ом такая тема, блять, и с этим. Вот DC сейчас я увидел. Ну, может, он просто смотрит на... Ты отключил руль, нет? Да. Может, он там, типа... Может, у меня руль отключается, нахуй, вот. Весь стрим падает. Нет, блять, у меня... Вон, Fall Guys, все нормально вообще. Ну, так, может быть, Fall Guys? Полетели. Заебись, позвал, блять, шестерых, чтоб проснулись. Спасибо, реально. Проснулся только по факту один самурай. Проснулся в темноте, так... это всего лишь сон. Бля, ну вот, посмотрите, у меня вообще ничего, ну, все отлично, блядь. Бля, это походу, ну, это реально что-то с DC там, блядь, или, ну, у меня с головой, блядь? Ну, и то, и другое. Вот фильмец. Фильмец, да, в шестером. О, Диман, ты чё? Чё? Я испугался, блядь. Фильмец в шестером давайте. Диман, а сколько ты вчера выиграл в итоге? Ну, плюс именно. 10. Именно, ну, 8 тысяч сейчас. А сейчас я зайду посмотрю. Может, ты 8к поднял вчера? Ну, где-то так. Жесть, Зарк, это больше, сколько чем вообще? Я за месяц, сука. За год! Даже за год. Охренеть! Это всего лишь сон. Может, это сглаживание? Марк, пошли фолгать. Ну, блядь, у меня другого выхода нету, блядь. Либо пошу пойти, фу, типа, да, алиаса, да, что-то. Тебе жизнь намекает, что, да, в хуйню, да, типа, DC-то играть не нужно, а может, по факту, блядь. Не, ну, типа, бля, я просто, вот такая хуйня, вот реально, это пиздец. Не, у меня на самом деле DC-то вот обновили, да, у меня тоже видюха нагревается. Ты почему тут видюха? Как вообще понять, какой ДБД, блядь?
Может, реально пойдем типа, в Алиас? А это что, надо вебку? Я бы вебочку не хотел. Я голый, блядь. Да вы заебали, в смысле? Так, если стояк. Тоже голый. Если, если Fall Guys идем, тоже вебки включать надо. Реально? Ясен хуй. Так, а Fall Guys у нас 6 человек будет. Как, так что давайте... Ну, я уступлю слот, если что, могу. Изи. Ой, зарь, блядь, включил. Я уступлю, потому если что я в смысле? Занят. Блядь, он что, долбоёб? Ну, он долбоёб, похуй на него, забей. Куда ты ушел, блядь, еблан? А... Ну да, я еблан, а что ты еще до этого спросил? Зарк, все, помолчи лучше просто, блядь. Проснулся в темноте, это всего лишь сон. Ой, подождите, я замучаюсь. Все, Fall Guys выигрывает, летим в Fall Guys. Го было, не было. Заебись, у меня такие вопросы было, не было, можно охуенно задавать. Я ебал. Со мной интереснее всего было бы играть. Была ли у тебя резиновая пизда? У тебя тоже баннер Тендриксика? Да. Они тебе стул потонали? Да. Да, он просто как бы самурай поехал. Да, я просто так решил. Делать нехуй. Ты еще вроде крови. Короче, у меня Fall Guys выиграло. Вдруг он просто от радости. А где Вася раздолбил? Какой стул охуенный. Да, реально, блядь. Пойду повешу эту хуйту. Так, бля, все равно нужно включать вебки, ебать, я Fall Guys, ну, с вебками. Ну ладно, блядь, я сейчас пойду одеваться. Бля, Вася раз-два, что с Васей раз-два тогда? А чё не десит? Потому что я его в рот ебал, блядь, у меня нахуй... Стрим начинает лагать деситом. Я, короче, буду в трусах, постараюсь не отъезжать на студию, ладно, если отъеду, то хуёво будет. Да, Дима, если не отъеду, ты... Какой хантик отъедет, ебать. Алло, ой, вот алло, мы молодые боссы на Майшей Айс. Охуеть, реально? Здорово, алло, Джоша. Привет, как тебя позвать, чтобы ты не обиделся? А ты че не спишь? Лили. А? Че не спишь? А-а-а. А-а-а. Ты бесит меня, блядь. Иди нахуй. Иди нахуй! Я стою на своем месте. Бля, ребята, что я поделаю? Я думаю, ну, я хотел десит собрать, стаком поиграть нормально, а в итоге такая хуйня. Я не понимаю, в чем проблема. Вот реально. Все, жопа, здоровался на выход давай. Да, сейчас. За что? Думал, куда съебать, блядь. У меня разрешение 1920 на 1080 стало, блядь, и все. Чего ты взял, что это поможет? Я не понимаю. Ладно, сейчас хорошо, я выйду, посмотрю. Попытка опять в DC зайти или что? Ну, мне просто чел написал, для ради интереса. Почему в ДБД не ходишь? Какой, блядь, а ДБД? Что, а что нужно отключить, чтобы не лагало, Хантик? Откуда я знаю? Ну тебе мозг. Что он написал? Что нужно? Мне мозг никогда не включен, блядь. Я ждал, что про мозг, блядь. Нужно поставить фулл рез, написали. А у меня фулл скрин был, и все равно глючит игра. А у тебя комп не вывозит? У тебя просто вообще говно, типа, пиздец. Смешные, блядь, вы. Игровой компьютер. Пиздюки распизделись. Заткнись нахуй. Ой. У тебя микрофон фонит. Как в Чернобыле, блядь. Блядь. О, меня? Алло, алло, алло. Не, это не у меня. Говно ебаное. У кого-то там, да. Да. Сглаживание SMA 1TX, блядь. Сейчас я вернусь, блядь. Что это такое SMA 1TX? Мы молодые боссы. Ну что мы делаем-то что в итоге? Так что мы в Fall Guys-то пойдем? Да вы хоть что тоже пойдем? Так просто, блядь, ну я ж собирал Васю, блядь, как мы пойдем в Fall Guys-то? Ну у тебя ж пошли вот эти защитники, типа там я уступлю слот, я уступлю у слот. У нас два человека, да, у нас два отвалится и все, и поиграем. Ну да, я могу уступить, изи. Мне не трудно. А еще кто отвалится? Ну все, я отвалюсь, и пока. Хилзор сказал, что тоже не будет. И Скилл сказал, что не будет. Да. Но он уже и ушел.
Ну, на другой дай сейчас пошел, ну... Пошел нахуй, блядь! РУВД. Бывает. А чё? А чё? Ну что ты стоишь, АФК? Сидишь. Я? Да. Я захожу в игру Fall Guys. Охуенно, дядь. Напишите Василию раз-два. Чтоб он зашёл в дискорд. Сейчас. Вася. И включайте вебки, блять. Куда? Кто ты? Я пошла. Нет, Жожа, если не хочешь, ну, блядь, ну лучше включать. А что за игра? Fall Guys. Народ! Здравствуйте, Василий, раз-два, мы идем в Fall Guys, потому что у меня DC там, блядь, какая-то пизда ебаная вонючая. Ой, фу, слава богу, блядь, господи, слава богу, блядь. Господь услышал мои молитвы, слава богу, не в это дерьмо пойдет. Вася, у меня писюн есть маленький. А, так я видел, Серега. А, маленький. Че, посмотреть? Не, потом, потом напомню, посмотрю. Так, я пригласил. Я видел, Серега, что? Включайте вебку. А, сейчас я тоже включу вебку. А где Диман? Я же играть не буду. Или... Диман, блин, думаешь, я не доебусь? Да, Серёж, про размер члена вообще никогда никто не врет. У меня такой, типа, твёрденький среднячок. У жарянчик там корнишончик, блядь. Мне кажется, у Жоры, знаешь, какая хуйня, как эти, знаешь, есть у свинок хвосты, у Жоры хуйня. Блин, я не знаю, про какого вы Жору говорите. Про нашего Жору. ГРПЗЦ, блядь. Никнейм везде. Жар пиздиси. Не особо что-то было. Ой, блядь. Да, про CS 1.6 я помню. Я помню. Я не забываю. Сейчас приду. Так. Включите вебки. Хотите в CS, кстати, поиграть? Сейчас, да сейчас, пошел сейчас. Ты нахуй! Пойду, я и так на нем, блядь. А что делать? Я ж играть не буду. Мне же соло заединили мой. Или похуй, все? Просто можешь включить вебку. А, нихуя ты разъебался. Ты можешь играть, Жоржа, ты можешь пойти играть? Еще. Блин, молчи, 40 кг. Ты 50 килограмм, долбоёб. Стоп! Алло! А, да. А ты кто 40 кг? А у кого фонит? Да. Жожо, блядь. Вебка 8К, чё с ней не так? Так это в Дискорде, потому что заходит. Имба, Серёга, блядь. Ой, блядь. Серёга, имба, блядь. Еще скажи спасибо, что не Саня потный, блядь, с нами сидит. Имба, Серега. Серега, имба, блядь. Да. Ты включаешь вебку? Трахать. Что, блядь? А что с вебкой? Что-то балдежное. А. Вася мне вчера пишет, ты что, накурился в падике? Да. Блядь, ты мне записываешь таким голосом, там, типа, убитым, пиздец. Еще эхо такое, как будто ты в подъезде это мне записываешь. Типа, не, еще не могу. Я на лифте просто поднимался, типа, я приехал после дня рождения. А что было на дне рождения? Просто выпивали. А, да? Сока. Да. Так я понял, я больше всех выпил. Сока, блядь. Сука. Потому что никто, блядь, не был такой, как я, блядь. Блядь, Дима. Да. Здорово. О, Дима. Здорово, мы поздоровались. Не здоровались вас? Да, Дима, ты чей своей ебаной не здороваешься? Пошел. Как же я вчера выебал Димана, блядь, просто по фильму. Ой, выебал, блин, там на, просто на, реально, блядь, на тоненьком льду держался, по лезвию ножа всю игру ходил и в итоге не соскочил. Диман, давай не пизди, блядь. Угу. На стриме все видно, блядь, как было. Ну, конечно. Алло, имба, Серега, блядь. Кто у нас идет, Самурай или Жожа? Давайте. Сейчас я кое-что сделаю. Если Серега пойдет, имба, Серега, то он летит. Жожа, ты пойдешь? Где имба, Серега, блядь? Ёбаный в рот, блядь. Жожа! Я знаю. Сережа! Ой, бля, я еблан. Я кнопку поставил, забыл. Микрофон ору, блядь. Ты идешь сейчас?
Я говорю, самурай, лучше тебе напоминать, про тебя уже все забыли, лучше ты должен настаивать, типа, блядь, можно я вас заебали, вы можете чтобы тебя просили. Я говорю, давай я просто врублю вебку, а пусть он поиграет, типа, будет двоих. Давай, давай, как любой из вас, ты че, блядь. Ебать, Серега. Просто включите все вебки хотя бы, блядь. Сейчас включили, страшная, нет? Да, я страшная, пиздец. Я не накрашенная, страшная. И накрашенная. Нет, я помню такую песню в уральских пельменях. Чего это? Самое время для второго завтрака. Приятного аппетита, Диман. Спасибо. Диманчил. Дим, как ты можешь? Будь здоров. Масиво, масиво. Чё, как нахуй вебки просто все занимает? Не, вебки это... Как это ты можешь класс. Есть по утрам? Я вот как проснусь, ну, блядь, я себя вот прям... До тошноты вообще не могу есть вообще ничего. Чай не максимум. А зря. Не, вот через это же самое важное, пару часов пищи. Уже более-менее что-то знаешь, могу. Лучше не есть вечером, чем не есть утром. Намного в разы лучше. Утро я бутербродики всегда кушаю с утра. Диман, поздравь Фатя. Ебай Жожа, бля. Да, девочка, бля, целочка. Жожа сладенький. Сегодня не побрился, чувак. Самурай, включи вебку. Я тоже не побрился. Серёж, я знаешь, что я себе сделаю? Вот эту воронку. Что у тебя опять микрофон не работает, ты, блядь. У меня хоть волосы растут, блядь. На лапке, когда хоть что-то появится, на созвоне будем, блядь. Прямо сейчас могу позвонить уже, дядя. Давай нахуй, звони, блядь, алё. Слышишь, что я Серёг говорю? Да что, Вась? Я говорю, отрасти себе бородку вот эту вот, козлиную, вот эту вот. Не брей ее, оставь ее. Будешь, блядь, секси. Не понял, блядь. Ты че на моего друга выебываешься, блядь? Ладно, извини. Самурай, блядь. Ты 40 килограмм не забывай, я тебе одну руку... Блядь, самурай, включи вебку! Да подожди, я голый! Блядь, как он меня заебал. Нахуй ты голый с нами сидишь? Так, лорд Гузлик, Full Guys пригласил, One Two пригласил, а Жожа где? А, блядь. Да я, блядь, сидеть же буду, это будет играть, нахуй, блядь. Я забыл. Самурай, блядь. Скажи что-нибудь быстрей. Ликс, пригласи. Скажи что-нибудь быстрей. О, блядь, дитё ёбаное. Я принял, давай, я с тобой стою уже. Неудивительно, что ты в Fortnite играл. Пригласи да, кстати, самурая. Ты мне дай пати, Диман. Блядь, Диман нахуй просто уплетал. Что ты хаваешь? Миндаль, а что такое? Проблемы? Не, дай попадарим. Просто не поинтересовался. А Жожа в Африках, конечно. Кого пригласить пати? Меня, блядь. Я не могу тебе дать инвайт, у меня не инвайтит. Ну все, пизда. Жожа, ты что-то хотел сказать, мне кажется. А, фрик. Молодчим, молодчим. Сейчас я через тебя добавлю кого-нибудь. Блять, какой ты, сука, немощный, пиздец. Квикханти хотя добавил друзья, короче. Квикханти. Ох, нихуя тут пибоди. Квикханти, сделай еще вебки больше, чтобы все нахуй закрыть на экране. Блять, давай не выебывайся. Что закрыть? Подожди, там место еще под баннеры нужно ставить. Ну, как минимум, твоя вебка закрывает просто четверть экрана. Диман, блядь, иди в пизду. Хочешь творожок, Виханчик? Ты не хочешь, блядь, подзалупный творожок? Нет, обычно есть зачем я подзалупный. Блядь, самурай, зайди в игру! Я тебя добавил, друзья. Самурай! Миндаль замедляет рост члена? Так Диме уже 34, там не растет уже ничего. Виханчик, найди меня, блядь. Я уже использую потенциал. Я тебя добавил, друзья, наконец-то. Пригласил наконец-то. Игроков. Самурай пригласил. Хорош. Ой, ребята. А этот будет нахуй Лёва выводить вебку, блядь, полпокерный нахуй? А ты скучаешь по мне? Нет, твое лицо запомнить сначала, блядь. Блядь, Самурай, реально, включи вебку, нахуй, говорит. Сейчас что-нибудь делаем. Для чего ты с нами в голый сидишь, блядь? Чтобы он показался? Блядь, сидит червячок этот ебаный, как люди в черном, помните, вот эти, блядь, черви были. Ну слушай, там, походу, дело такой маленький, что ничего не мешает. Да. Сколько Васи раз-два? 33. Или нет? Да, 33. Ну вот так вот. Пипец, Вася, старик. Диман, блядь, сидит. А кто не готов, нажимай готов, Диман. Нюхай, влетайся. И приятного аппетита, Диман. Спасибо. Не, я нажал, это не я. А кто не нажал? Я не нажал. А, понятно. Я задумался. Я налюбовался. У Васи есть дети? Да, 3 ребенка.
Нет, у меня, знаешь, сколько детей? 534 ребенка на данный момент. Бася, у тебя на кто ездит, нет? Не, я даже женатым не был. Это заебись, тема. Даже не был. Тоже не был. Молодец, Диман. Так, так, туда их, блядь, этих баб. Да нахуй это надо. Вот шу-шу. Именно, блядь. Нахуй это надо. Какой-то негатив между Жожей и Самураем. Предлагаю киксом. Ебать. Решили быстренько. Не, только встал на нах. Я что-то Вася сейчас сказал про Десита, блядь. Вчера поставил скачиваться, нахуй. Скачал. Да не, блядь, я помню, как я последний раз играл в Десита. Это было с Вадей, Бистиксом. Карава еще вроде тогда с нами играл. Был год два, наверное, назад. Я пиздец, я так горел. И они говорят, Васян, мы ж друзья, я тебя не обману, ой, а блядь. Я иду, а он, блядь, меня убивает, нахуй. Я такой, ты же говорил, мы друзья. Не, ну Десит это, блядь, такая, на нервы тоже эта игра. Диман все время там наебывает всех. Да Диману хочется верить, блядь, а не, он Диману, наебывает. Да, хочется верить. Я вообще не верю. Ебать, я давно не играл в Fall Guys, а так ебу в этой игре, это пиздец. Я вижу, что да, блядь! Да блядь! Да блядь! Ты блядь! Бля, Вась, неужели все так плохо в игре? Плохо, блядь. Я в вентиляторе застрял! Да блядь! Сука! Диман, ты прошел? Да естественно прошел. Блядь! Че за хуйня? А у кого это самое? У Жожи. Я слышу тебя. Да а? Идите вы нахуй, заебали, блядь. У меня, блядь, только колонки, нахуй. Ёпты, блядь. Да ёпты, блядь, блядь, меня чел толкнул, да, да, да. Гнида ебаная. Ебать, нормально. Да не, ну у меня просто чел толкнул просто. А я прошел. Сюда. Меня опять толкнули! Блядь, у меня вебки съехали, правда. Давай не материться. А, все, я не прошел. Фух, да, Самурай, ты еще успеешь. Чтоб ты понимал, меня просто... Блять, сука, Самурай меня спиздил. Мне не дают пройти. Ой, блять, это Макс Пейн или кто, блять? Я не пойму, блять. Я в ахуе, блять. Макс Пейн. Максимум боли. Сидел в чате, Викантика пишет, ты урод очкастый, что ты сделал? Ну это тебе, Викантика. Не ты понимал. А что я сделал, блядь? Я не знаю. Батя скинул ответственность на сына. Формулировка мне понравилась. Нет, это правда. Да, это правда, что я урод очкастый, блядь? Нет, правда, что написали тебе. А почему, блядь, не тебе? Потому что тебе, блядь, там в контексте Fall Guys было. Понятно. Иди в пизду, Диман. А все прошли первый левел? Да. Да. Диман, ты прошел? Естественно. На этом левеле это будет. Лень вырезать вебки, предлагаю кик самурая. За что булите, блять, молодого? Да это в чате, блять. Поменяй категорию. Поменяй категорию, модератор, пожалуйста. Ой, да, кстати, космодератор поменяйте мне тоже. Блять, ну чё вы же вы все такие, блять. Поменяйте кантику сообщества модеры, пожалуйста. Не понял. Привет, как вчера отдохнул? Пизда. Я нормально отдохнул. Baby, please don't go. Блять, honey, you take me, сука. Ай, блять, шары ебаные. Все, я умер. Сообщество 89 склад. Блять, я умер тоже. Спросил Жору, сколько он раз в день дрочит. Жору, сколько раз в день дрочишь? Один где-то. Один. Реально? С утра, да? Ну это стабильно. Не, блядь, я не знаю, у кого утром хуй стоит, я не знаю, у нас какие проблемы, мне кажется. У тебя что, с утра хуй не стоит? А у тебя хуй не стоит с утра? Нет. Вообще, чё, блядь, первым делом, блядь, блядь, а то просыпаешься странно. И стояк, нахуй. Не, вот, нахуй, потому, странно, блядь. Туалет хочешь идти. Давай, просто перед сном. Бля, меня держит какой-то супермен! Перед сном надо писать, блядь. Не, у меня, блядь, с утра такой, нахуй.
А вы, ребят, вообще сколько раз в день дрочитесь на мишени? Блять, самураю сахара дайте, он заснул, блять. Один. Хорош. Мяу-мяу-мяу! Чё? А как мы играем? Петеров? Если бабу любишь, то норм. Ебать, чего? Серёга! Серёга! 20 сапок, спасибо, блядь! Какой, блядь, Серёга, нахуй? Зимин. А, это из Армы, которые? Ага. Нихуя, он живой еще. Помнишь его? Да. Нихуя. Спасибо, Серега. Вась, нажимай готов. А, да? Чё? Тебе девочку вчера нашли? Нахуя себе тебя трахнул? Чего? За что меня ебать? За что тебя ебать? За что меня? За что меня ебать? Спасибо, Серега. Серёга, блядь. Бля, почему нельзя глице заказать в этом в залупе? Растает мороженое, пока ты придешь. Точно, вспомнил. А стандартный, а средний 0,5. Убрать лед. Так! Самурай, как лед на айс. На моей шее лед. Айс. Айс. А какой самый вкусный Маклури? Мне вообще Маклури просто не нравится. Бери все топпинги туда, набери, и он будет самый вкусный. Я так тебе делаю. Кроме одного, там все топпинги нащелкай. Только не повторяющийся, не бери там карамель и ваниль. Да бля, ну ты можешь... Блюдок ебаный, а не голубь. Фу, что у самурая с еблом-то? Да в смысле, блядь? Чё вы ебали? Я первый сосать. Ты не... А, ты реально первый. Ой, блядь. Ури сочный ананас? Чё пишет, как можно самурая ебать, он же больше плоский, чем мой одноклассник. Все набери туда, самые имбалы. Стопинги все, ну это же, бля, типа хуйня получится, нет, Дима? Нет. Как же хуйня смотреть стрим шведской семьи, два батя и три сына. Прочитай, какие топпинги называются. Шоколадная крошка. Не устраивает? Вот, ее бери дальше. Топпинг шоколад. Бери ее дальше. Манго-маракуйя. Бери ее. Карамель бери еще. Получится хуйня. Карамель бери. Блять, просто слушай меня и все. Ладно, хорошо. Топпинг ананас, карамельный, клубничный. Клубничный бери. И ананас бери, карамель не надо. Кумиш. Блять, я думаю, хуйня получится. Ладно, я добавлю. Я беру каждый, ты если видел на матче играем, я постоянно жру Маклури именно так. И ладно, и последний я. И один я закажу простой, блять, потому что пизду нахуй. Да не заказывай ты простой, но я говорю, это нормально. Ну, если что, батя дам, блядь. Тебе чел в чате пишет, не слушай Димана, он хуйню советует. Ага, чел, который Маклури даже не видел. Ты хоть понимаешь, о чем речь идет? Это не этот, не Цезарь Ролл. И он сказал, Макфлури. Ты Макфлури. Макфлури это главный герой этих, блядь, назад в будущее, да? Марти Макфлури, блядь. Марти Макфлури, блядь. Ник Фьюри, помнишь? Смотрели Ник Фьюри? Да-да, фильм Ник Фьюри. Это его сын, блядь. Ник Фьюри. Макфлури, да, устроился на работу в Макдаке. Кормят детей. Бля, ебать, деды расшутились, блядь. Угомонитесь. О! Вчера понюхал. Смотри, тебе гавайки нравятся, пиздец. Чё понюхал, блядь? Понюхал рюмочку, вчера улетел. Или это типа стиль у тебя такой? Типа ты. О, молодой босс. У него шея. Смотри, рубашку застегни. Пишешь. Бля, ебать. Реально Макс Пейн, блядь.
Блять, в таких рубашках. Ну, лысым еще надо это сам побриться на лысо и все. Бля, он, наверное, после компа встает, просто виски себе наливает, блять, на диванчик садится. С сигарой. А без боя, бля, еще в рот хуярится. Подходит к своему окну с видом из Москва-Сити, такой, да, я достиг всего. На моей шее айс. Самурай, ты в Москва-Сити же, да, правильно? Сейчас нет. Да, ты же видел. Я упал. Бля, Диман, ты же говорил, ты лучше в этом режиме. Блядь! Вау! А Диман начал с тем руинить про него, блядь. Я на тоненького сделал. Дима, а почему ты вылетел? Ты же самый лучший в этом режиме. За тело схватился и потом понял, что я не успеваю выбраться. Блядь. Спасибо за чего. Будь здоров. О, пум. Вот это у Димана вкус сочетается. Он сочетает маракуйя с шоколадом. Да это нормальный там вкус, поверьте мне. Поверьте. Хэппи мил заказывай. Дим, тебе нравится сыр с шоколадом? Нет, никогда не пробовал. Зря попробуй. Я в детстве обожал. Помнишь, Диман, вот эти вот конфеты, которые на разрез продавались без оберток шоколадные? Я не помню. Хуй с говном. Короче, шоколадные конфеты какие-то продавали. Нет, 304. Экстравагантные блюда. Без оберток на разъез. Я очень любил их брать, короче. А чё, наггетсы только... Сыр заворачивать. Наггетсы чё, блять? 20 штук только можно заказать? Да. Как только родился. Разве 20? Да не, наггетсы тебе нравятся? Наггетсы, блять, я стрипсы. Наггетсы — это из херня. Ты знаешь, что ещё делаются наггетсы из пасты какой-то? Ой, блять, а знаешь, ещё сосиски делаются? Знаю, нет, я попробуй просто... стрипсы лучше, блядь. Сколько? Стрипсы — это имба, но я просто стрипсы я люблю в KFC, типа. А стрипсы разве есть в Макдаке? Да, есть. Ну я не знаю, ну в KFC по-любому. Блять, я еще недавно, дня 3 назад, пхавал в этот Макдональдс, там были сырные палочки, блядь. Я охуел. Че, поели? Да, сырные палочки новые, у них добавились, кстати. Прикольно должны быть в Макдаке. Ну, типа обычные сырные палочки такие. Но они с соусами также, да, дают? Ну да, ты потом показывай. Я взял сырные палочки с сырным соусом хавал, блядь. Ну и чё, это нормально. Too much сыр. Я вообще ничего кроме сырного соуса не ем, блядь. Ну только если кетчуп. Блядь, ну сука, ну как меня могло ски... Опять ливать, блядь, или чё? Не, можете играть, я не могу, ну не хочу ливать. А кто прошёл? Диман, ты прошел? Нет. А, только я прошел. Ну, я могу ливнуть, давайте ливну. Давайте ливнем, да, самурай, все равно один не справишься. Ой, дядь, куда летишь? Не хами боссу! Самурай босс, блядь? Самураш. Нет, самурай, да, да. А где Биг Мак, блядь? У тебя многоуровневые потолки, Серег, пиздата. Кто? Многоуровневый потолок. Что? Потолок. У тебя сколько метров, подожди? Мама! Да. Так у него дом. А, это дом? Да. Серег, сколько у тебя... А вы ливнули или нет? А? Да, ливнули. Сейчас ливнем. Я тебе покажу, как сильно ты, сука, нужен. Я, кстати, чемпион этой игры, я выиграл тут. Да. Че выиграл? Корону. Корону, Вальс. Все, я заказал. Нихуя себе заказ вышел, блядь. Сколько там Макфлури обошелся в итоге? Я не знаю, короче, заказ 921 рубль стоит, блядь. А там сейчас же Мак завтрак, слышишь, Марк? Там же вроде Мак завтрак сейчас, нет? Он до 10 утра. Или до 10? Да, до 10. Нажимайте готов. Голубь не готов. Серега не играет. Вот этот вот. Не, это Жожа специально, наверное, не выключил вебку, чтобы не сбивалось это. Так оно не собьется, будет его аватарка. Заказал бы супчик и что-нибудь на второе, так я все равно потом покушаю. Супчик по-любому покушаю. Меня с детства приучили, что супчик нужно кушать. А мне французы говорили, что от супа желудок расширяется. Китайцы мне говорили обратное. Может, у них другой суп? Не, ну, из тараканов.
Не, ну суп не знаю почему. Но если много суп, мне кажется, от всего желудок расширяется. Главное, дозированное есть. Мне говорят, не больше кулака один прием пищи должен быть. Ты мой кулак видел? Больше кулака уже растягивается. Это что, получается, я могу, ну, типа, тройной чизбургер это заебись, да? Вот, типа, кулак это, ну, тройной, короче, чизбургер. Ну, короче, вот кулак, больше кулака, да, летать за один прием пищи. Оба, блин. А буст дверей. Я сюда. Да, ёпты, блядь. Батя вточенный в этой игре. Блядь. Я третий бегу и спокойно. Да нет, ну дай, пройду. Ой, я первый. Конечно, повезло с дверью, вот теперь первый, ебать. Серега! Ой, все, блин, я... Как я ебу? Чё? Там все вы были, спасибо, Серега. Как я ебу, блядь, Дима. Как я ебу в этой игре. А-а-а, школьницы! Ты руинишь? Школьницы, не надо, нет, нет, отмена по школьницам. Диман, да ты там руинишь? Ну, школьницы мы любим. Нет. Правильно, понятно. Чё пишет, кулак больше, чем голова самурая. Короче, нужно есть чуть-чуть меньше головы самурая. Кулак. У меня будет большой кулак. Ебать, жестко самурай, блядь. Убери холодное оружие. Iron Fist, блядь. No. Голова не болит? Не, ну нормально. Бери холодное оружие, говорит, блядь. Диман, да? А ты что сегодня делать будешь? Проходить игру Комплекс, интерактивное кино. Комплекс? Это хоррор? Нет, ну это типа про вирус, там все заболели, зомби, не зомби, я хз. Ну интерактивное кино, я не знаю. Нихуя себе. Что такое интерактивное кино? Где ты решаешь, что будет делать. Да там, это, вроде смотришь фильм, а ключевые моменты ты выбираешь развитие событий. Я не туда нажимал! А это не хочешь Netflix? Что за Netflix? Ну на Netflix есть же Брандашмык. Да, я думаю, что смотреть на Twitch можно. Илюха смотрел Netflix Excel. Нельзя точно смотреть на Twitch, но если... Netflix так... нельзя вроде смотреть. В смысле, блядь, Илюха же смотрел. Нет, ну, я понимаю, чё? Многие много что смотрел, кто смотрел чего. А, ну бля, ну ладно. Как бы Netflix точно нельзя. А что за Брандашмык, это что за хуйня? Ну это Netflix, блядь. Нет, а что это такое? Это серия Черного зеркала, типа отдельная. И? Интерактивная. Она как-то связана с интерактивным кино, да? Она интерактивная. Ты смотрел? У тебя там девочки залетели. Не. Да я люблю их, блядь, чем... Пусть залетает, блядь. Да, я смотрел давно эту серию. Ну, долго висит. Не, ну я в том плане, типа, что Exile именно смотрел, потому, ну, типа, Exile же не 100 зрителей. Это, я думаю, слушай, при мне чувак отлетел. Спасибо, Серёжа. Спасибо большое. Удачного тебе дня. Не за что, Вась. Это не ты, блядь. Не за что, Вась. Ну ладно, да, в принципе, я согласен, лучше не рисковать, блядь. Я вон вчера рискнул. Ну я вот рискнул коллекционера 2 вчера, ёбнул, блядь. Столько сисек схватил, блядь. Блядь, я вынес. А тебя предупреждали. За коллекционера? Да. Блядь, и половина нахуй просила, чтобы я его включил, блядь. Не, там ладно. Кстати, сиськи в коллекционере, это, блин, мне кажется, не самое жесткое, что есть, если честно. Ну, блядь, ну вообще, да. Вот так вот. Ну я все вроде удалил. А кто-то еще играет вообще? Да. Играем. Самурай, ты что, блядь, слился нахуй? Нет, я не слился. Просто Диман такой говорит, да блядь, я думал, он вылетел. Да нет, конечно, это я вытаскиваю эту игру, блядь, всегда. Сейчас опять будет ныть, что вылетел. Проверяйте. А-а-а! Фух, ебать, протонул. По-моему, кто-то там отлетел. Не, мне повезло, блядь. Найс. Что-то молодой босс недоволен. Босс недоволен. Сейчас футбол будет.
Че, вчера интересный вообще матч был с Баварией, PSG? Да, очень. Да, мне Диман говорит, ставь. Да, в смысле, Бавария же выиграла. Так вот, я ему говорил, ставь 2к, фиг изи, он говорит. Так нет, вообще сам по себе матч прям вообще охуенный был или типа скучный? Да, ну такой. Ну там были прикольные моменты, было где-то переживать. А там какой счет в итоге? У нас же на 3 больше. А кто поставил на 3 больше, Диман? Помнишь? Жожа, приятного аппетита. А, пчелки? Пошел в пизду. Серега, приятного аппетита. Пошел в пизду. Спасибо. Ебать, а меня послал. Спасибо, босс. Спасибо, босс, мне приятно. Расшатываем установку. Я вообще футбол не могу смотреть, блядь, 90 минут этой пейботы, ебать, глядеть, это вообще нахуй. Не, ну смотря какой матч, блядь. Да ну, блядь, это бига что-то нахуй не кричит. Ой, блядь! Не кричит. Не, ну, блядь, смотря какой матч. Спасибо, босс. Да, блядь, кто меня взял? Захаркаюсь, блядь. Ой, я упал, блядь. Внимание, ну бывает. Молодой босс, как тот мультик назывался? Босс Карапуз или как он там? Босс Молокосос. Босс Молокосос. Да, про самурая? Можешь себе взять, пожалуйста? Втроем держим и все. Проходим. Держим, просто держим этот наплыв. Проходим. Да. Держим. Ой, не. Сейчас, наверное, направо. Ну сейчас, держим. Просто держим. You spin my... Ой, блядь. Вот, ушел. Ой, блядь. Ой, нет! Держите. Я бегу. Держите. Так, где здесь? Я подхожу. В очередь стали все, что такое. О, чел пишет чат. Держите. Да уже держите. Все прошли. Сука. Чел пишет чат. Это десит? Это обнова, друзья. Там Нейер... Кто, блядь? Неуер хуйню творил? Если это какой-то... Если это футболист какой-то, я не знаю, блядь. Нойер. Так он не так пишется. Нойер, блядь, не так пишется. Найлс. Нойер, кстати, нормально вчера отыграл. Нойер, это же футболист. Ой, это вратарь, нет? Да. Так как, блять, это же он не. Он разве так пишется? Да. Диман, ты финал играешь или кто играет? Не, я не играю. Финал очка. Вот на 5 рублей, да. Ну, она сейчас выигрывает. Ну, 5 рублей. А, ну да, он так пишется. А их 200 активаций. Ну я просто не знал, что он так пишется. 200 умножить на 5, это 10 тысяч, да? Написать просто Нойер, блядь, по-русски. Нару. Прикиньте. Это я самый везучий, блядь, человек на земле или что нахуй? Ёбаный в рот, это вообще как, блядь? Не, косарь это мало, пацаны. Это вы видели всю хуйню, блядь? Косарь это мало. Попадали, суки. Марк, ты тоже играешь? Да. Ну я, чтоб ты видел, это вообще пизда. У меня такой фейл был, что ли. Эпик фейл. Сука, говноед, блин. Блять, попадите уже по-братски нахуй. Блять! Пизда плюс пизда. Марк, пока, блядь. Ты долбоёб? Чат ебанат у тебя сидит, блядь. За что чат? Что я имею право? Ну ладно. Вообще по факту. Босс, если вы скажете не надо, я не буду. О, нихуя, у меня 14 тысяч рублей аж даже. Ох, нихуя, Диман. Насыпало, ебать. Ладно, извинись! Бог, хуярить, блядь. Извинись от слова вина. Захуярил, блядь. Боже нахуй. Бля, что, почему, ебать, у тебя дети в чате извинись через Е пишут, блядь. Извинись! Бля, ебать, я там упал, пиздец. Я просто вообще дышу. А что ты взял, что это дети? Ты паспорта проверял? Да.
ну тогда окей. Ты тоже пишешь извините, если да, то я... А мне похуй, Сережа, ты же знаешь мою политику. Мне похуй, как писать, с ошибками, без ошибок. Главное, чтобы, блядь, человек меня понял. Топ-2, ну ладно, блядь. Спасибо, сказано. Кто-то остался? А, кто выиграл? Не я, топ-2, нахуй. Хотя, чтоб я их трахнул, ну, они все смелые. Что ты сказал, Никс? Куда разогнался? Как вы можете требовать извинения, не поднимая бунт, блять, это как? Ты сука, еблан! Не, ну это как, типа, у меня что, это угроза тебе? Я же тварь, блядь. Нажмите рейди. А, я меня жди сюда. Заебись, чат, блядь, заебись. Попарили, блядь, парирари, блядь, пару мочек. И ты пупу чек. Блядь, опять школьницы! Ой, вас мудр хуйнул. Бля, Сэндмастер, ты заебал без звука смотреть, блядь, стрим. Ладно, хорошо, вы постарались хоть, блядь. Поэтому прошу прощения за ваше старание, попрошу. Прощения, бля, офнич, короче, пизду, работай, нахуй, вот тебе модерка. Вообще ёбнулся Сэндмастер, бля. Бунтуйте, блядь, разрешаю. Пи-пи, пу-пу, Диман. Мы играем еще, блядь, доброе утро. Да я извинился, нахуй, чё бунтуйте, ёбнулись, я говорю, извините, блядь, меня, ребят, простите, прошу. Извини. Все, извините, дальше я вас опять буду, нахуй. Блядь. Пизда плюс пизда. Кирюха, спасибо. Welcome to the club, барин. Кирюха, спасибо, блядь. Ты ж, блядь. Нихуя. Это ты стоктон слэп, блядь, Диман сделал? Я. Охуеть. У тебя тоже эта хуйта есть? Да, саундпад, у меня тоже есть эта хуйта. XLR... Не, вот это его XLR Pro, блядь, про это. Не, еще не приехала. Она в магазин поступит только в сентябре. В начале сентября приедет. Блять, и будут нахуй на Дискорде врубать, блять. А это что за хуйня? Стоп, Диман, а у Дины тоже это залупа? Или у Дины другая хуйня? Нет. Понятно, не буду сейчас, блять. Ебать, чит! Вот это был чит сейчас. Бля, был бы? Блять, самурай, у тебя микро от вебки врубился, блять. Слышь? А нельзя сделать звук, как в этом, как в ТикТоке вот это искажение? Нельзя такой звук создать? Можно, можно. Да все можно делать, если хочешь. Че можно, блядь? Я ни разу не видел, что я этот звук делаю. Если не видел, не знаешь, что это нет. Давай, Диман. Я красиво сказал. Ну, сделай это, да, Диман? Да, давай, сделай. Суслика видишь? А он есть. Звук из ТикТока надо. Типа Distortion Voice, когда voice ебень, я такой... Distortion. А, нет, да. Такое не знаю. Да мне кажется, такое нет, такое, ты такого не сделаешь, что отойдите, блядь, сука, затыки, блядь. Да, блядь, что вы делаете? Я, это я, у нас команда худшая в мире, блядь. Блядь! Вы что, прекратите? У нас свои же мешают нам, блядь. Все, давайте, держим желтых. Сейчас я, блядь, одного держу. Мы проебали. Все, держите. Я держу проебали. Желтого. Да все, там уже мяч перевалили, да, блядь. Да, все. Все, мы проебали. Да, мы видели, как мы вообще пролетели. Да вы очень пиздец. Долго, блядь, толкали. Надо его, потому что не толкать, а держать тех, кто блочит, а вы толкаете. Все. Может, один не, мы уперлись в этот фалос резиновый. Я еще одну, и мне нужно будет отойти. Окей. Обратно, я сделать. А чё, как ливнуть, блядь?
нахуй в чате, народ в чате, идите нахуй, ебало. Народ. Народ. Блять. Блять. Лови вкусовую смиринда. Перма на вкусах миринда. Кикантик, приехал тебе этот Макфлури? Нет. Рядом нож на 35 тысяч заскамил, ребят, кидайте мне ножи свои, я вам их не верну. Ты про ломаку, что ли, говоришь сейчас? Да. Ёбок друга кинул на нож, блядь. Дубывает, блядь. Чувак, нужно выходить за 2 года, блядь. Специально, блядь, общался с ним 2 года, нахуй, чтобы кинуть на нож. Ну да, ну Вокуп, Вокуп, да нужно. Когда мне заказ приедет. Лиза, Лиза, Лиза здесь в чате. Этот, Пикатик, 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 Пикатик. Видишь девочку в чате Fox Happy? Да. Если она, будет тебя, если она будет тебя подкатывать, не поддавайся на ее чары. Лиза меня вчера зайкой назвала. Не поддавайся на ее чары, она сейчас... Это ж не девочка, Жужо, ты что? Девочка, ты чё? Ну ладно. Блять, у меня заказ приедет только через 40 минут. Босс, как вы скажете? Босс, молокосос. Босс, мы молодые боссы, на моей шее айс, блять. Блядь, мне заказ через 40 минут приедет только, охуеть. Да идите нахуй, не буду извиняться. Кто, блядь, извиняться? Мне вообще похуй, не можешь извиняться. Да мне похуй. Народ! Самурай не босс, он самурай мини-шеф. Мини, блядь, шеф. Охуеть. Косверлит, косверлит. Что не сделать с этим, к сожалению. Блять! Да не, заебись. Давай карты, блять, добавят новые Fall Guys, объясните. А что, уже заебали? Да. Ну, блять, конечно, надо новые. В такие игры нужны новые карты постоянно. Извинись! Нахуй иди, блять! Да, блять! Я не пройду сейчас, я падаю постоянно. Надо через правый ход, чтобы не падать. Так нет, типа челы перевешивают эту хуйню, она хуйню вниз. Не, я прохожу. Сейчас. Ну везет тебе, если проходишь, здорово, блядь. Я прошел. Лё! Бля, заказ готовится, охуеть, а чё так долго, блядь, мне было написано... А мне, кстати, у тебя сколько тут топиков-то, блядь, залито, нахуй? Да хуя. Естественно, там а нужно чё? Ждать. Подойди, подойди. Допинг-то, блядь, залить это недолго. Да, смотрите, блядь. Я тут стою, и челы боятся подойти, смотрите. Диман, я к тебе, блядь, Диман. Типа я крутой. Ай, блядь! Отпусти меня, я умоляю. Я теперь другая. Ведь разошлись пути. Школьницы, идите нахуй. Все прошли? Почти. В этом Зарк шейдерами хуярит Майнкрафт. Зарк? А, нет, уже не. Меня вчера не приглашала, не надо ДС говорить, иди нахуй, забулы, блять. Слышь. В середине сервера потерял. Видео, блядь, смотрел, ёпта. Меня просто дисконнектнуло с игры, заебить. Бля, у тебя комп не выводит, блядь, вообще. Комп говно, блядь. Диман, а что ты делал сегодня, мы еще забыл? А, точно, игру проходить. Ну, хочешь потусить тоже в ДС, возможно, там нужно будет... Да не, я, наверное, отдыхать буду. Потом я в 3 пойду в Алиас. Алиас! В Якадзе. Бля, Кать тоже звала, но вроде там этот каравай будет еще проехать. А, all day, all night. Бля, вот эти конченые режимы с хвостами убрали, блять, а то нам не попалось еще ни разу. Ребят, в чате обращение ко всем вам. Я ебу вашу маму в жопу. Ты чё, ебанутый? Вот, ну так жизнь сложилась. А я твою сестру ебу, Серёж. Канал ЖУРХ. Тобой жизнь так сложилась. Чел пишет круто, блять.
Попадали. Вот так. На персик встану. Сюда. Как, пусть он свой ник тогда заспамит, ему випку дам. Как я вообще, блять, проиграл этот уровень? Ты упал, что ли? Да. Все, чатик, как замутить этого еблана? Эй, блять. Мяу. All night. All day. All night. Эй, блядь. Попадали, блядь. Эй, блядь. В жопу расселил какой глаз, блядь. Не, будет. Вроде два глаза, блядь. Только будет. Так, кто прошел? Я. Я нет. Я тоже прошел. Не, пришел свой ник, напишите. Да. И сосед вот прикольный. Как они говорю, тоже слышно? Да, сосед прикольный, говорю. Нормально. Гугл-моголь. Почему назвали Гоголь-Моголь, если... Нет, если вы... Шалтай-бал... Нет, если вы хотите, как бы, правосудие, то просто пишите слэш, восклицательный знак вот и кик, и один из 100, типа, и так, если наберется 100, то вы меня кикнете. Ну, как в КСке работало раньше, типа, то же самое. Все. Восклицательный знак, вот и кик, типа, один из 100. И так считайте, блядь. Опа, опа, блядь. Да, суки, синие, отнимай у синих, блядь, отдай нахуй. Мое яйцо, блядь. У нас там яйца тут, у нас яйца тут. Я мешаю золотое отжать. Бля, ебучие нас, дети, блядь, через неделю школу вы считать научились, блядь. Оба, 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 отжимаем, 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 отжимаем у желтых. Да, в этом году. Или не поступал никто? Не знаю. Блядь. Не поступал? Пизду, я просто яйцо поступаю. Скучу, блядь. Куда ты поступаешь? Неважно, ебать. Куда ты поступаешь? Нахуй молчи, молодой босс. Как так? Извините, босс, блядь. Босс молокосос. Уже секретно. Работать на босса буду. Босс. Быть водителем Майбаха, который самурай заказывает вещи. Ну на майбуках катается. Да, я, кстати, я вчера тоже покатался. Никак. Бабы крутые. И Марк понял, почему я на майбухе катаюсь. Ну, блядь, ты знаешь, я-то один раз в жизни решил. Понял на майбухе, почему катаюсь, блядь. Майбух стоит, сори, блядь. Я катался. Он меня прямо из рук ус... Этот. Сколько у тебя в среднем поездка выходит по чеку? Ну, 2-3к, ну, типа, я недалеко... 2-3к? Ты точно на майбах едешь, ребенок, блядь? А куда я еду, нахуй? В аэропорт до Магнитова? Ребёнок, блядь. Блядь, на майбах это поездить, блядь, ты, ну, кусков 10 отдать, 12, блядь. Поэтому... Вообще, куда ты едешь, дядь? За 10 км я могу... Я за МКАД могу доехать. Мы катались на майбах, и 13 тысяч человек был. Ну, это вы куда поехали? Москва, ебаная. Ну это очень много. Ну это хорошо, хорошо, что ты не оплатил, потому что я, блядь, там работать конечно, начал, нахуй, посуду мыть в этой машине, да. Я в этой машине начал посуду мыть, блядь. Колеса тогда уж, нахуй, посуду. Не знаю, блядь. Вот такие, блядь, вот такие к 12 из 100, блядь. Ебать вы слабые, блядь. Слабаки, ебаные. Алло, чё? Чё ты говоришь, как тебя зовут? Марк? А че самурай вебку отключил? Все? Марк, давай в Москве встретимся, пойдем в кинотеатр. На последний ряд. Места для поцелуев. Да, давай. Я в кинотеатре давно был, а ты в фильмах разбираешься вроде, я слышал. Алло. Не хочешь? Есть, кстати, кинотеатр, где крутят старые фильмы. Там, который же из основного проката... Крутят вышел. Старых! За что вы? А вы живы вообще, блин? Да. Нет. Я от палки бегаю. Я тоже. Ты можешь что сделать на боксера камеру и посмотреть, как профессионалы играют.
чтобы ребята хоть как-то было интересно на стриме. Да ты дальше убегаешь, блядь. Сука. Опа. Ебай. Да ладно, его скинет, нет, скинет. Так что, Серега, куда ты так катался на мэбе? А? Так куда ты так катался? Я не знаю, это там, я не знаю, не я ж был, типа, просто в Москве их хуярили. Водила ебаный. Это была Москва, нет, или не, ну это, да, нет, Москва, нет, Москва. Это Москва, это долго хуярили по Москве, это типа, может, около часа, полтора. А, ну тогда да, ну типа. Ну не думал то, что 2к это, блядь, бизнес стоит. Не, ну если ты куда-то далеко едешь, а типа. Это там... комфорт плюс. Ты же в Москве был два раза, и поэтому я не знаю. Ай, блядь! Ты смотришь за мной? Да. No. Просто куда так далеко ехать? Я тебя зашить пути! Завяжи глаза, покричи, не бойся. Давай, знаешь, какой трек нашел? Mm-hmm. Ты помнишь Нюшу? Да. Охуеть голосование в чате, вы видели вообще? Не говори, что мы опоздали. Ты помнишь трек «Вась вою на луну» или нет? Слушай, я треки по названию могу не запомнить. Если, типа, напеть, могу вспомнить. Напой-ка, пожалуйста. Как Марк вчера? Напой. Ой, блядь. Как? Как кто? Карл Марк. И отпечаток долго. Ты, Вася, что, не похож? Ты беги, догоняй меня. Бля, реально, Вася, разве не похоже было? Блять. Не знаю. И чё, вот ты хочешь сказать, что ты не узнал? А что там за Саня было, я пропустил, блядь. Блядь, Жожа, помоги, СОПР по математике на 4 класс. Вот ой, блядь, жалко, что у вас скоро не будет, да, 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 да. Не, представь реально, как обидно, вот сейчас есть челы, блядь, а потом в школу идти, они в чате смогут какую-то хуйню рафлянную высирать, блядь. А-а-а, все, быстрее. Ебать, Диман, вовремя. Блядь! Ты видел? Да, сука! Ебать, там прибежал. Нормально. Не долетел. Хорошо, что я слетел. Давай, Диман, тинтиран сейчас твой. Покажешь, как папочка играет. И от печали нет толка. Ты беги, догоняй меня. Я похожа на волка. Нихуя, блядь. А хули ты... А что ты заказал? Называется «Вою на луну». Слушай, я говорю, прикольный трек. О, это хуйня лежит. А с какого альбома? «Вою на луну» напиши трек. А, всё. 2010 года. Да, да, заебись. Сидел, слышал. Один, давай, Диман, твоя игра. Один. Ух, ебать, блядь, Диман. Поебал, нана. Заебись, Вась. Качает. Волка! Нор, я выиграл! Два лоха! Да! Сюда, нахуй! Ты выиграл? Выиграл? Нихуя, блядь! Красава, Диман! Пожилая пробежка, блядь, нихуя себе! Охуитель! На костылях добежал, выиграл! Красиво! Диман, ты все или еще одну можем сыграть? Блин, я не успею, когда я сейчас отскочу. Я понимаю, самурай ваш друг, но можно его потише? Пикантик, смотри, чтобы на стриме там вебочка. Так, нажимайте готов тогда. Нажми хотя бы готов, вроде машина. Да. Дим, у тебя все, больше вебки не будет? Пока нет. Тогда пока удалу. Тогда пока. А нормально победу взял и съебался. Бля, как у него это вышло? Вы били, как он бежал, блядь. Это я. В смысле? Ну я спрашиваю, что начал сидит справа вверху, это я. Не, там про самурая. У меня-то в чате спрашивают, а у меня как раз справа наверху вебка. Сейчас бы Васю раздвоение, знаешь, пиздец.
Тебя, блядь, самурай выёбывался в начале на Зарка, типа, ой, я хочу почитать чат, как люди пишут нахуй Зарка. В итоге, сейчас в чате нахуй самурая все спамят. Пошли не нахуй. Вать обиделся. Да шо тебя так не любят, самурай? За то, что ты богатый, успешный молодой парень? Походу, блядь. В 16 лет всего добился и ничего не делал. За что хейтят, прикинь? Они просто завидуют тебе. Ну ладно, спасибо за поддержку. Мультимиллиардер, блять. А Жожа где в названии, неужели? Это название модераторы ставят, а не я. Че, ты модераторам доверяешь название менять? Да, а че? Я. Уровень доверия Марка. В смысле, а что они могут поставить? Плохое что-то? Не знаю, я бы что-нибудь там... Ну, допустим, у Вовы похуй, у Вовы можно с ошибками написать. Если у меня напишешь название с ошибками, пизда, блядь. А, да, блядь, что они могут сделать, блядь? Похуй. Они вроде адекватные люди. У меня там чел с такими пальцами сидит на модераторе, блядь, что нахуй там на него... Я на нее даже внимания не обращаю, на эту мышку. От печали нет толка! Ты беги, 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 пропадаю беги, я! Марк, ты сколько сейчас будешь за фулгайз? Я похожа на волка! Сколько ты еще фулгайз будешь играть? Я не знаю. Ну сейчас, может, вот эту ласт или... Шеф, говорите как хотите, вот правильно, вот выражайте свои мысли, не боитесь. Понимал вам страшно, но... Хотите что-то сказать, можете... Не, самурай лучше силит с 5 рекламами, плюс лучший букмекер 1xbet. Лучший. Ну еще, блядь. Еще пиар-менеджер этого, блядь, Маджестика. У чела есть реклама. Да уже все, блядь. А что, уволили? У чела есть реклама, а у тебя нету, блядь. Блядь, как ты агрессивно ответил? Не, ну просто факт же. Кстати, он мне напомнил, надо убрать. Блять, тебе удобно вешать одежду на этот стульчик? Скажи, вообще хуйня, блять, на такие стулья вешать одежду, блять, вообще неудобно, блять, мнется поебу так. Я даже не знаю, какая футболка там оказалась, тоже, блять, я даже не знаю. Она у меня висит, хуйня. А я вешаю туда, блять, поэтому все мнется нахуй, и вообще... Ебить. Хуеть, блять. Я похожа на волка! Чат, ебал ваш рот, я ебал ваш рот. Сука. Это текст песни. Надо было туда идти. Ебать, ну мы тут ждем, блядь, как бы, алло. Можно качельку сюда? Не, походу дела я не пройду, блядь. Мы застряли с пацанами. Оба, блядь. А Жожа что ли девственник? Блядь, да. Чел пишет, уважаемый Сергей, у меня всего лишь один вопрос. Насколько сильно вы упали в детстве? Как видишь, блядь, очень нахуй. Кто в детстве не падал, блядь? Я помню, все конечности переломал. Я помню, у меня Кент, блядь, голову себе пробил, блядь, а почему нахуй было такое, блядь. Я помню, я руку сломал, я с горки упал прям вниз солдатиком, нахуй. А, я себе только копчик ломал. Солдатиком и сломал руку? Да, ну и типа я понял, прямо летел и поставил руку. Короче, повезло, что я нахуй шею себе не свернул, блядь. Потому что руку поставил. Это вообще пиздец. Кто в детстве не падал, тот потом не вставал. А кто не падал, получается? И ногу топором, когда я порезал. А кто не встает, тот не падает. Вась, ты в шортах сейчас? Нет, в штанах. Фух, слава богу. Я думал, ты вечно в них ходишь, блядь. А чё, удобные шорты, блядь, пиздатые. Розовые. Все на них внимание обращают. Сейчас мы пытаемся заглянуть под них. Да не, уже не. Я пытался. Бля, хуй, через 6 дней в универ, ебал. Здорово, Настюх. Давай, Марк. Школа ебаная!
Как хорошо, что не надо никуда, блять. Настюх, а сколько тебе лет, нахуй? Я 2002-го, Джер. О, босс, извините. Все, босс старший. Мне сон приснился, ебать. Я один день сходил в универ и больше не пошел, блять. А мне сон приснился недавно, то, что черепаху мыл. Я мыл черепаху. Подрав в раковине я ее промывал нежно, красиво. И потом поставил сбоку как мыльницу и все. Бля, Серег, тебе никогда не снился сон, то что ты черепаха и ты перевернулся на спину и перевернуться назад не можешь? Нет. А что за гений бегает просто за зеленой палкой, блядь? Не, у меня не было. Я. А сколько у тебя IQ примерно? У меня 105 где-то. 105. Я тоже так прыгаю. Прямо ну слушай, я тест проходил как Вова. А что ты делаешь, когда она тебя догоняет? Вот так вот. А ты что делаешь, блядь? Я прыгаю. Нихуя? Знаешь, сколько я стрим... Знаешь, сколько твой стрим смотрю? У меня вот читаем какой. Охуеть, да? Ебать этот, блядь, задрот. Сколько? 21 час. Ух ты, нихуя, ну, нормально, блядь. Почти целый день, блядь, мучений. Мучение, ебать. Вася словно себя начинает орать, блядь. Почему мучение? Я, кстати, ты фильмы, когда на стриме. Ты фильмы на стриме смотришь? Вот фильмы я на стриме смотрю. Я фильм мало. Я? Вообще, да. Я редко начал смотреть, очень редко начал смотреть. Да, ну я вообще никогда. Заебись, блядь, спасибо. А у меня больше тайм не я работает. Вот я вообще никогда в секунд, блядь. Не, типа тяжело на стримах смотреть фильмы с кем-то. Реально. Жожа гений. Кто? Забайтил ебланов на спам watch time. Ебать, я тебя понял, знаешь, это от статистики. Количество уникальных сообщений, блядь, или как-то уникальных участников чата, блядь. Спасибо, пацаны. Ребят, кому не сложно, можете зафоловиться на Жожа, на Васю, на Самурая, на меня. Ну, можно только на меня. Короче, на всех фоловьтесь, кому не сложно. Блядь. Тварина, бля, ебать этот режим уёбский, блядь. Я в золотую попал, все, заебись, мы выиграли. Красава, смотри. Все. Не болит. Блядь, я ебал. Ой, в рот. Ты не попал. На, Вот читаем. Ты как я мог проебаться, блядь? Да сука, сука. Да ёпта, пять! Ебись, грыжи, блядь, какой же я хуёвый. Я хочу купить гитару. О, или сюх. Пианино. Ух. Ух, пацаны. Я ебал твою мать! Я ебал твою мать! Ебать и гемини. На нахуй. Оба! Ебать, две сразу блядь, нахуй залутал, блядь. Самурай, моргни, пожалуйста. Моргнул. Ой, блядь, иногда... Вы вообще попадаете в дырочки, блядь, или что? Да, я дохуя колец взял. В дырочки. Да ёпта, блядь. Чел у тебя в чате, знаешь, что пишет? Чё? Знаешь, что у тебя в чел в чате пишет? Вот сказали, Зак, watch time, да, пробел бустер. Ой, блядь. Опа, нахуй, изи, блядь. Изи. Ты в школе еще? Еще ты уёбок. Да. Бля, охуенный стример, соло выводит стрим. На. Да похуй, мы и так выиграли уже. Типа что? То, что я зову, блять, на стрим людей, это хуёво или что, блядь? Да к тебе хоть приходят, ко мне вообще никто. Так ты никого не зовёшь. А если ты кого-то зовёшь, то только обосрать у себя. А это тогда хуёво. Обсирал. Я поздоровался, меня забанили в чате, блядь. Меня вчера. Нет, я баню, потому что я брала чат такие. Ты знал, когда подтверждал, типа, то, что я баню людей с галкой, поэтому в этом чате нет. Да. Я даже не прочитал, мне похуй. Бери. У меня правило не рыгать, не пукать и не оскорблять меня. Что мне пишешь? Вычитай Мартус, блядь, еще ёлка. Ты, получается, вещан перебанил или что там уже? Ха-ха-ха-ха!
Жужо, меньше агрессии, пожалуйста. А хотя я агрессирую-то. Ты какой-то резкий, понял? Ты не заслужишь даже моей агрессии, только чат заслужит моей агрессии. Чат заебал вашу маму. Блядь. Прошу прощения. Ой, вебки полетели все, блядь. Я тоже нахуй улетел. Ну, вебки все полетели. Дмитрий Ликс. Дмитрий Ликс. Блядь. Ебаный в рот его. За что Дима надеть? Сейчас, я пофикшу. Блядь, нет никого, окей, можно заменить. А вот смотри. Ебать, там чел, блядь. А это мы что играем, вообще в финал, блядь, или что это? Да. Это хуйня, блядь. Как сюда попало вообще? А я не знаю, у меня звука нет. Выкинуть его? Не, оставь нормально вебки тут. А, все, я проебал. Блять, все, я проебал нахуй. Бустер ХСП. Вась, хочу наушники себе купить. Да, ты для музыки. Какие у тебя наушники? У меня говно. У меня HyperX, Cloud Alpha. Вот эти. И беспроводные Sony. Это все, Марк. Чувак с айтишником 1488 победил. Да? Да. Осуждаю, блядь, победы, нахуй.
всем Steam, чтобы я, чтобы они не накапливались, я вернул баллы. Да, Бетс будет после Драгона. Хайтин, хайтин, блин. Silent Hill балдеж. Мне Silent Hill вообще не нравится. Вообще, ну, я когда я смотрел его на стриме, и мне вообще он не понравился. Нихуя прям. Прям. Скажи челам, чтобы один раз писали код. Вообще должно засчитывать, когда ты просто заходишь по рефералке. Короче, да, нужно Короче, ребят, зайдите по рефералке. А чтобы получить, наверное, 50 монет, вы должны ввести рефералку Quick еще просто в промокод. И все, наверное, так это правильно я говорю или нет? Нет, я перезашел, дали 50. Вот. Я знаю, ты искусь. Маркак, ты набрал начальную директорию на Твиче? Ну, начально... Вот сколько... Скажите, начальная аудитория, это сколько для вас? Сколько начальная аудитория? Пятьдесят, да? Сто. Низкий уровень заряда. Ну, блядь, я не знаю, опять же, ну, я считаю это благодаря тому, что вот я побывал на шоу танцев у Вилона. Типа, ну, бля, я не знаю. Просто, ну, как, не знаю, но мне кажется, начало больше, типа, узнавать людей после шоу танцев у Вилона. Да вообще, блядь, типа... Я говорю всегда, типа, то, что очень сильно Вадя помог там. Да и все понемногу, типа. А чё за хуйня? Алло, блядь. Чё, мне на джекпот идти? Чё за хуйта? Тебе надо прокачивать себя. В каком плане, блядь? Ты из-за твоей балум, который ты трёс. Блядь. Значит, я же говорю, есть чем трясти, блядь, хуйня. Да, потом еще со школы начал стримить, типа, начали там смотреть. Но это опять же, это тоже, я со школы дохуя стримил, и все равно после шоу танцев как-то пошло вверх. Жаль, не слышу, что там говоришь. Похи, блин. Иди нахуй. Стримы из универа вряд ли. Ну, как минимум, купить пантограф и прицепить туда микро и ближе поднести туда. Понял. Хорошо, спасибо, блин, что вы учите. Да ты слышишь, сам хуесос. Я тебе вообще ничего не сказал, еблан. Ебать ебанутый, нахуй чел. Оо, найс, я взял. Так, ребят, зайдите, пожалуйста, в рефералки. Коммуникалку, давайте 650 добьем. А когда это шоу танцев было, не помню. Уже давно было. Давайте, ребят, 17 человек добейте, кому не впадло на драгмане. Получите халявные 50 монет. Когда вы заходите по рефералке, получаете 50 монет. Расскажи о кресле Thunder, кто привозит. Да хуй я знаю, кто не привозит. Со склада, наверное.
Первые зрители приходили с ивентов, так как знали тебя. Ну да, еще ивенты я стримил в Дискорде. Там в своей игре. Я помню, как ты танцевался стояком. Каким нахуй стояком, блядь? Просто, ну, хуёк виднелся. Раздача будет? Да, я думаю, раздам монет. Ну, типа, не прям много, но я думаю, раздам. И мне кажется, если стрим из универа будет, я об этом узнаю, тебе исключат нахуй. Тогда подрубаем стрим из универа. Гениально, нахуй. Да нет, ну,
Все, ребят, вот на этот пост, короче, лайк поставить и зарегаться по ссылке на Dragon Money реферальный. То есть, кто этого не сделал, можете сейчас сделать на Dragon Money, зайти по рефералочке, на 5000 розыгрыш. Нужно лайк поставить и авторизоваться на Dragon Money. На 5к монет? Нет, на 5к рублей. На 5к рублей. Блин, заебал это желтое падать. Вигл, 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 вигл. Был уже промо, нет. Я не трогаю сайт, типа не получается подключить до сайта. Ну, дядя, я тут уже не могу помочь, я не знаю, в чем проблема. А когда проверишь, авторизован ли чел? Через менеджера. Генсуха также проверяла с пиццами, когда розыгрыш делала на пицце. Она проверяла просто через менеджера. И скидывали, кто авторизован по реальному, кто нет. Так, ребят, будет охуенно, если мы добьем 650 рефералов сегодня. Кому не сложно, зайдите, пожалуйста. Хелпаните. Блядь, да ну и... А итоги будут через 3 дня? Да. Вот, ребят, если кто не шарит, вот розыгрыш. Поставить лайк и авторизоваться по реферальной ссылочке на Dragon Money на 5000 розыгрыш, на 5000 рублей. На 3 дня. 3 дня розыгрыш. То есть если я не твой реф, я думаю, зря мне нет смысла участвовать. Ну, получается так. Получается так. Но я никому не запрещаю регаться с других аккаунтов, там, блядь. С других аккаунтов ВК, например. Я в тот раз это делал специально. Мне, ну, именно и выигрывали аккаунты, которые прям, ну, типа, видно, что... Я себе подписку с уровнем 3. Да-да, я забыл, что за мультиак баня. Точно, я забыл, это был когда. Да, тогда нет, тогда нельзя. Третий левел. Спасибо за третий левел сапки, не он Тима Вита. Бля, что-то это знакомое, как будто это реклама какая-то. По-моему, это, блядь, реклама какая-то. Если не, блядь, нет, не ошибаюсь. Где-то видел этого. Жизнь холостой ему не надо. Жизнь золотой, ах, это свадьба. Прощай, теперь покой сегодня стало. Ты ему жена. А, не он Тим, это с камеры на Авито. Понял. Как понять с камеры на Авито? Что это значит? Что они там делают? Ну, типа, как они наебывают? Камер. Бля, заебись, понятно, ну просто как они наебывают, мне интересно. Что за микро? HyperX Cloud... Бля, забыл. Что за микро, ребят, не жди. Отказ, да. Ебать. Что сегодня стрим будет? Мы уже заканчиваем стрим. Так, ребят, 6 человек осталось, чтобы 3650 рефералов добить. Давайте, попаните мне, 6 человек осталось. Зайдите кому не впадло, получите 50 халявных монет. И как только добиваем 50 рефералов, я начинаю раздачу бабок вам и промокод. Блять, написано с минуты на минуту. Нихуя не могут привести мне, сука, мой заказ, блять, Макдоналдса. Как, блять. Я даже, сука, расстроен, нахуй. Бля, я в ахуе. Чё за, блять, говно? Блять, сколько ждать можно? В пизду, блять, это вообще нахуй ёбнуться. Это очень дохуя, блять.
All day. All night. Стрим идет больше часа. Стрим идет почти 3 часа уже. У меня же стрим еще упал из-за того, что рулю соединил. Вообще, это гений контент. Да, я, блядь, гений контента ёбнут вообще. Сейчас может оскорблять Сентмастер, и он это не слышит. Да нет, за что его оскорблять? Сентмастер красава, блядь. Не пишите коды, реально, пока я не скажу, ребят. Все, 3 реферала осталось, ребят. 3 рефа. Зайдите на Dragon Money, получите халявные 50 монет, и как добываем 3650 рефералов, я дам команду, чтобы вы кидали коды, и я раздам вам бабки. Блять, такое ощущение, что у меня курьер, блять, что-то не так с ним, нахуй, реально. Это невозможно, блять, так долго ехать. Он обратно, блять, вернулся в магазин. Бля, мне никогда так долго не ехал, что заказ этот пиздец, мне прям выбешивает. Мне заказ, блядь, должен был приехать. Он только по движению начал, я вижу, блядь. Все, ребят, 2 человека добиваем. Реферал. 2 реферала осталось. Заходите. Все, 2 реферала осталось. Зайдите, получите халявные 50 монеток и все, я раздачу делаю. Он, понимаете, я, кстати, посмотрел вот это, в итоге, он вам не Димон на видео Навального. Потому что там на фоне вот этой ситуации с ним мне стало интересно вообще посмотреть, что он там делал. Бля, прикольно. Джонни, лоха. О, все, один реф остался, блядь. Все, один реф. Один реферал. Ты 11 классов закончил, да. Ребят, вы скидываете свой ID и получаете мут на 600 секунд, понимаете? Пока я не скажу не скидывать ID, вам не нужно скидывать. Мы не можем одного реферала добить, это пизда вообще полная, нахуй. Куда летим, блять? Все, можете скидывать ID. Все, спасибо, ребят, что добили. Перевод. Двигаюсь без повода. Да. Я двигаюсь, спасибо. Без повода туда. Пау-пау. Двигаюсь без повода туда, где мерцает свет. Свет моего города. Давай. Двигаюсь без повода. Без повода. Да, я двигаюсь без повода. Туда. Я двигаюсь без повода туда. Где мерцает свет моего города. Бойлер, банты, гинес, тем пиксы, крисом, руки, дурак, спинекс. Роб, лят, писы, танцы, рисы, спайдерки, стекла, но стриминг, вирус. Спайс, миксы, пачка, литл, all day long, жанки, бизнес, рамс, пачек, ты не выбить. Алёна, лица, ебало, минус. Всё, 1000 осталось, последнюю бомбу скидываем. Всё, скинул, косарь. Всё, ластовый. Всё, спасибо всем огромное, так, сейчас вам промокод раздам. Смотрите, ребят, чтобы активировать промокод, заходите по реферальной ссылке, которую я вам скидываю, блядь, уже хуй знает какой раз, блядь. Короче, блядь, не буду сейчас скидывать. Короче, заходите по рефералке и вводите промокод вот сюда, вот в это поле, ребят. Все, скидываю вам промо, проверяйте, работает он, нет. Работаю, да? Все, заебись. Все, спасибо всем огромное, кто поддержал. Сейчас. Так, не забывайте про розыгрыш вот этот. Не забывайте вот про этот розыгрыш, ребят.
вы должны поставить лайк на пост и авторизироваться по ссылке Dragon Money. Так что, кому не падлу, вы можете поучаствовать на 5000 рублей. Так, и что, на бет заходим? Ну, бля, мы на бетсе, я уверен, как всегда, мы отсосали хуй. Потому что на бетсе нам, блядь, не везет. Ну, как всегда, блядь, неудивительно, очень ничего. Да, это реально золотое правило, блядь, никогда не ставить. Ты одному челу 6к скинул. В смысле? Ну, блядь, ну скинул, чё теперь? Как я мог 6к скинуть, блядь, чего? Что, блядь, я не мог 6к скинуть? Чё ты несёшь? Три раза, блядь, нет, я не мог, я другой, я... Блядь, не мог, я не думаю. Сейчас посмотрю даже. Ты, блядь, несешь, чумак ебанутый? Нет, блядь. Разным челам скидывался. Бля, я не знаю, откуда ты эту информацию берешь. Авис. Так, короче. Давайте хлопайте. Я экспрессом заебался ставить, потому что я все проебываю на экспресс. Просто у меня, ну, я не знаю, я не могу угадать, блядь. Так что хлопайте. Давайте Авис или Авис. Блин, я думаю, тут Авис. Ну, я думаю, Авис, я как всегда отсосу, блядь. Еретикс или Секрет? Не, ну я не буду на форс ставить, потому что 1.9, как, ну, 1.09, это хуйня полная. Это вообще залупа. Еретикс, окей. Вестим. На Нави все ли? Где Нави, блядь? Пизду, Нави тоже не хочу ставить. Так их нету. А, вот есть. А, КФ, блядь, 1.14. Блядь, я даже если залью... Сколько? 2000. Охуенный выигрыш, блядь. Балдеж, блядь. Так. О, Fnatic Heroic. Heroic, сотки. Вот так вот. Короче, ребят, кто хочет завязать промокод, вы заходите вот сюда вот по баннеру Bets CSGO. Логинитесь через Steam, нажимаете плюсик, и вы сюда вот вводите промокод, ребят, который я вам скинул в чат. Сейчас я спишу, по-моему. Так. Скинул 5 промокодов, ребят. Скинул 5 промокодов. Все, ГЦ кто спиздил. Ой. Так, ладно, я буду заканчивать. Все, даю рейд Диману. Спасибо всем огромное, кто был на стриме. Там Диман хуярит игру какую-то. Ой, фильм интерактивный, грубо говоря. Так что давайте. Все, всем ББ, всем спасибо, что были, ребята. Бля, может свою игру собрать? Может свою игру собрать? Бля, будь балдежно, я не знаю, свою игру поиграть. Я давно не играл в свою игру нормально. Ладно, посмотрим. Все, давайте, короче, Диману. Все, еще раз огромное спасибо всем, кто был на стриме. Всем ББ.